Сегодня в нашей студии первый заместитель председателя правительства России, проректор Международного университета в Москве Геннадий Эдуардович Бурбулис. Здравствуйте. Добрый день. Геннадий Эдуардович, гражданский клуб доверия работает в ЮРГУ уже на протяжении 3 лет. Вот расскажите, насколько эффективна деятельность клуба? Нам очень трудно самим это оценить, но очень хорошо, что, во-первых, в свое время идея клуба, возникнув с благородной задачей научиться слышать, слушать, понимать друг друга и доверять друг другу. Во-вторых, мы стараемся, чтобы заседания клуба отвечали по своим темам и проблемам тому спектру жизненных условий, обстоятельств и ситуаций, которые нас интересуют, нас волнуют в этой вот прекрасной взаимосвязи. И как вот во всей этой последовательности тем проблем может быть интересна и полезна точка зрения и позиция преподавателей, студентов, представляющие разные профессиональные сферы. Вы сегодня встречались со студентами юридического факультета. Да. Вот как вы считаете, на какие аспекты политики необходимо обратить внимание молодым юристам, начинающим юристам нашего университета? Ребята разделяют вот этот мой пафос, что сегодня от специалистов права зависит основная задача конституционного просвещения, задача миссии правоведа, которая заключается в том, чтобы самому быть достойным в своей профессиональной и гражданской деятельности этих высоких конституционных норм и всячески способствовать, чтобы культура правовая, культура конституционного поведения была в России с каждым днем и с каждым годом все глубже и выше, и полноценнее. Я увидел очень таких остро нацеленных и в то же время понимающих свою гражданскую и профессиональную ответственность людей, и мне это показалось очень и очень правильным и важным. Геннадий Эдуардович, в этом году главному закону страны исполняется 20 лет. А вот как вы считаете, требует ли он каких-то изменений или он по-прежнему актуален? Вот не устарел ли он? На самом деле мы должны быть признательны всем, кто принимал участие в разработке принятия Конституции. Конституция не является таким идеальным и совершенным произведением политического искусства, юридического искусства, но она обеспечила эти все 20 лет, сложные, трудные нашей новой истории, устойчивость и стабильность. И она выступала и выступает гарантом правопорядка в стране. В то же время есть некоторые позиции, которые могли бы быть уточнены в Конституции. Я не сторонник форсированных, поспешных изменений Конституции, поскольку это, ну, как бы развивает такой дурной инстинкт. Побыстрее что-то там изменить, может быть, от этого изменится и наша реальная жизнь. Скорее всего, надо сейчас изменить наши отношения к тексту Конституции, научиться ее соблюдать, понимать в базовых нормах и ценностях. Геннадий Эдуардович, спасибо вам, что нашли время и пришли к нам в студию. Желаем вам успешной реализации всех проектов и надеемся на дальнейшее сотрудничество. До свидания. Спасибо большое. Я очень рад, что наше интервью, может быть, сегодня уже завершает нашу программу творческую.
но это такая приятная усталость.